Всем привет, ребята! Ну что ж, как вы видите, картину я исправила. Смотрите, какая у нас красота, красотенюшка. И мы начинаем 40-й эпизод. Покидаем это место. Лов дня. Пусть на подносе будут пойманы ботинки. 5. А, так это мы легко сделаем. Он постоянно ботинки ловит. Так, ну смотрите, что. Значит, улучшила я все. Все, здесь больше нечего улучшать. Так, и что у нас еще изменилось? Ну, сейчас все увидим. А, здесь теперь вместо шапки шарф. Ты сегодня уезжаешь? Да, как только лед станет тверже. Твой отец согласился сопровождать меня в начале пути. Вот, это для твоей дочки. Да, Пиша, я не могу. Я хочу, чтобы ты подарил его своей дочке. Тогда ты расскажешь ей нашу историю и всегда будешь нас вспоминать. Обещаю, мы будем всегда хранить его. Так, ботинки. Ну, давай. Сейчас мы быстренько. Так. Вот, один есть. А мне же не надо, чтобы они у меня копились, да? Просто ловить надо постоянно. Вот тебе второй. Пока. Так, если я уберу. Они должны быть здесь. Ого. Ого, 5 штук. Да вы что, издеваетесь? Так, где-то мышь. Стой. Ага, вижу. Так, рыбку забирай. Вот эту тоже. Сейчас я к ним подойду. Так, и вот это. Сбегай к нему, чтобы они не нервничали. Я тут пока разберусь. Так, не такая есть у меня рыбка. Да, держите. Мишка. Самое сложное было там, где... А чё ты? А чё у меня же есть? Почему-то, блин, когда они так близко встают, я почему-то нажимаю на это... Ну, вы поняли, на кассовый аппарат. Так. Ну что, ботинки пришли ловить? А, у меня новый заказ. Угу. Научилась разбираться в этих рыбах. У них плавнички разные, оказывается. Ну что, пришли ловить? Ё-моё. А может, этот дедок побыстрее сообразит, что бы он хотел. Так, у меня сейчас было бы 3 уже. Ну, это опять, видите, как неудобно. Тогда мне придется по одному, как бы, как, не полный заказ приносить, а по чуть-чуть бегать. Потому что 5 штук, ну это же, господи, боже мой. Так, отпусти его. Что нам надо? О, 3 ботинка. Видите как? Сейчас мне будет неудобно. Мне нужно 3 взять, а у них 4 заказ. Ну, 4 предмета. Вот. Это неудобно. Так. Рог и стрелы. Хорошо. Так, еще ловим. Блин, как же это неудобно. Так, сбегаю. Все, поели. Нам нужна рыбешка. Нам нужен рог. И все, я больше взять ничего не могу. Так, это сюда. Сейчас, погодите. Ну, мужчина дольше ждет, ну что поделать. Ему еще рыбу жарить. Че? Раз, два. А, блин, а я что не отдала? Ё-моё. Рыбу забери. Он уже сердится быстрее. Вот видите, ну блин, они делают, конечно, максимально неудобно. Ну куда вот я сейчас это поймаю? Ботинок этот. Да, бегом.
Уже опять психует девочка-то. Так, развлеки их, отвлеки пока их от меня. Мне ботинки надо ловить. Нет, ну мне так сроду, конечно, не, там, не набрать звездочки. Это надо опять все делать отдельно. Я вам покажу, как я это делаю. Ну, хотя бы одну такую часть. Так, я пришла ловить последний. Отвлекай, как можешь. Поймай ботинок, я тебя прошу. И у меня выполнится задание, больше не надо будет ловить. Ну давай, быстрее. Yes! Все, удаляем все ботинки. Нафиг, все в пень. Так. Эти еще пока подождут. Я быстро отпущу гостей. Чем надо? Рыбка. Так, 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 так. Вот, такой поворот событий меня больше устраивает. А, ну мы почти закончили. Прекрасно, блин. Конечно. Так. Так, еще такое ведро. Закрытый. Тут убери. Так, хотя этого можно было и не делать, ну да ладно. Так. Ну вот. А, получилось! Я хотела вам показать, как я делаю. Ну, смотрите-ка. Все получилось. Одеялко-то пиши. Патрик, я готов. Я что-то еще не разговорилась. Мне не получается отца изображать. Твоей жене очень повезло. Она должна тобой гордиться. Она гордится, все нормально. Ковыряется что-то. О, нет, только не проблемы с водопроводом, только не сейчас. Сантехника вызовем. Мужа на час. Патрик, где же ты? Патрик там чуть не помер. Так, играть. Прочти письмо от Патрика. Вы Эмили О'Мэлли? Да, это я. Отлично, а то мы по ошибке гудели вашей соседке Шэрон. И кажется, она не очень-то нам обрадовалась. Патрик передает вам привет. Папочка, он передал мне цветочек. А это, наверное, Пейдж. Твой папа много о тебе рассказывал. А он пока еще не нашел тот цветок. Но он обязательно найдет его, не сомневайся. Почему бы вам двоим не зайти в дом и не выпить чего-нибудь прохладненького? Будем признательны, у Макс сломался кондиционер, мы помирали от жары в этой душегубке. Чего ж ты ждешь? Открывай быстрее письмо. Я не знаю, Франсуа, я ужасно скучаю по нему, очень боюсь того, что может быть в нем написано. Слушай, а почему бы тебе не прочитать его в цветочном магазине Патрика? Там ты будешь чувствовать себя ближе к нему. Ты могла бы даже поработать там немножко, а я займусь делами здесь. Не знаю, что бы я делала без тебя, Франсуа. Так, 850 это, конечно, очень немножко. Очень не очень, я бы сказала. Так, новый прилавок готовит товары быстрее. Это нам надо. И все, что мы можем себе позволить, это такой вот столик. Ну и ничего. Поднакопим. Прочти письмо. Давай, и нам нужно разобраться, что теперь делать с этими цветами. А это где пополнять и откуда? Вот что им надо. Так, это. Ага, это, и вот это. Ой, ё-моё, я, конечно, сейчас буду плюхаться. И еще обратите внимание, что маленький поднос, всего 4. Так, и что мне надо сделать? Ага, это пополнять не надо. А ромашки? А, букет собрать? Только без зелени. Ничего себе. Так, подожди, тут тоже без зелени, насколько я понимаю. Так, здесь зеленушкой и вот тут. Ничего, я привыкну. Ничего, ничего, все хорошо. Так, а убирает кто? Я? Кошмар какой. Подожди, мышка.
Так, этим отдать. Блин, у меня никто их не развлекает, никто мне не помогает. Кошмар какой. Это еще только начало уровня. Я убегаюсь. И как странно, да, что цветочный магазин, у нас же как про ветеринарку. Это игра-то. Ой, я взяла не то. Ну ладно, пусть будет. Да подождите вы психовать, блин. Сразу сердечки они теряют. Ага. А это что? Понятно. Так, одно удобрение. Букетик. Блин, там же будет, смотрите, потом как тяжело, потому что здесь добавится еще, и надо будет не запутаться в том, что они заказали. Кошмар какой. Да, сейчас, подождите, я тут читаю. Не успеваю, блин, что с вами? Так, это мне надо. И вот это мне надо. Угу. Пока они думают над новым заказом, я тут немножечко прочту. Так, один надо зелень, а второй не надо. Все прекрасно. Блин, они уже опять придумали, что они хотят. Вас-то не дождешься, то вы резко все придумали. Ай, бегом. Так, ага, подождите. Некогда читать, блин. Так, да, я его отпущу. И что нужно сделать? Ну? А! Вот так вот? Вот так все сложно? Обалдеть какой. Сложный путь. Так. Мужчине вот такие букетики. Пожалуйста. У меня уже очередь. Вот и когда мне читать? Кошмар какой. Так, да, отпускай сразу нафиг, чтобы они мне тут не маячили. Слушайте, как это, блин, муторно. А, так, у меня есть сок-то, да? Выращивать вот эту фигню. Надо сделать, потом она проросла, и собрать. Капец, медленно. В общем, нам надо срочно это улучшить. Не знаю как, но обязательно. Тебе, мальчик. Так. Вам, мисс. Прибраться, читать. Я сейчас с ума сойду. Это растение высаживать. Так, сейчас. А, так, это сюда. Букетик за второй столик. По-моему, я убегалась уже. Да, бегом дочитывать надо. По одной строчечке читает. Так, мальчик, постой. Подожди немного. Там у меня еще двое заказ делают. Ай. Так, сюда. О, у меня все столики освободились. Бегом. Всех отпускай. Так, мыть. Подождете. Блин. Ну, это немножко напряжно, когда у тебя нет уборщика и нет того, кто развлекает. Потому что меньше чаевых получается. Я сама бегаю. И там, и тут, и везде. И свое нормальное задание выполнить даже не могу. О, подождете. У меня даже одной звезды нет, посмотрите. Ну, это сложно. Ну, вот хотя бы. Так, сюда. Не дотянули до второй звезды совсем чуть-чуть. Ну и что? Продолжать дочитывать здесь все равно.
Францу, а уложу Пейдж спать. Он подумал, что ты захочешь пообщаться с гостями. Скажите честно, он был в порядке, когда уехал от вас? Он, конечно, очень волновался, а все ли хорошо с его дочкой. Но в остальном он был здоров и крепок, как молодой боров. Что там на севере? С ним будет все нормально? Я не бывала далеко на севере, там, куда собирался он. Но скажу вам, ребята, я никогда не видела никого более целеустремленного, чем Патрик. Какие бы трудности ни подкинул ему север, он справится. Вы проделали такой долгий путь, пожалуйста, остановитесь на ночь. Спасибо, мы с радостью останемся. Потому что если мы поедем сейчас, я, наверное, окажусь в большом кювете. И есть мотель у дороги. Не обязательно ехать всю ночь. Но это было мило, что она предложила остаться. Фиг. Я прочитаю вам его позже. Так, это очень плохо. Сейчас я вам покажу. Во-первых, посмотрим наш кубок. Вот одеялка. Назад. И сделаем, ну хотя бы... Короче, видите, у меня выполнено основное задание. Сейчас читать письмо не надо. Я буду носиться просто везде. Это, естественно, мы пропускаем. Так, что у нас по магазинчику? Мы можем что-то купить? За такую дешмань ничего не купишь. Ладно. Так, давай мы попробуем... А можно сделать побольше этих цветов, блин? О, 4. Так, и сейчас я буду действовать быстрее намного. Письмо нам читать не надо. Что-то новенькое открылось. А, удобрение новое. О, замечательно. Еще что-то. Кофе. Вместо кувшинчика вот этого. На что, мальчик? Так, сейчас как раз у меня будет комбо. Пинг. Ну вот. Мышу-то мы поймаем. Она дает плюс 100. Так. Девочка. Пока мужчина думает, я сбегаю и выращу еще один такой цветочек. Пусть будет. А если его не собирать, интересно, он завянет? Вот прям если не собрать его и не положить сюда в горшок. Сейчас на второй столик отнесу и быстренько вот здесь помою. Грязь-то какую развели. Поросята. 5 цветочков мне должно хватить на смену. Вторая, давай. Заказ. Так, попить. Угу. Сейчас, мадам. Букетик для вас. И быстренько очищаем. Ну, движется, скажем, конечно, не быстро, но... Что поделать? Видите, что я стараюсь сделать вообще все по максимуму. Кстати говоря, за выполнение задания тоже какой-то бонус дается. Но чаще всего, чтобы сделать звездочки, не надо суетиться вот над этим заданием. Но нам хотя бы 2 выбить. Я, правда, не помню, сколько дает выполненное задание плюсом. Отпущу их. Так. Чаевые хорошие оставляют. Так, ты пока подожди, дедок думает. Ага. Вот это растение нужно. Чудненькая. Ну что там? Я, кажется, освоилась. Более-менее поняла, где что находится. О, у нас будет какой-то праздничный букет. Блин, очень медленно, конечно, набирается. Можем не набрать, но это я всегда так.
пессимистичном настроении. Я хочу попробовать комбо дождаться. Видите, теряем сердца, ну, очень быстро. Просто моментально. Чуть-чуть, и все, она уже вся замигала. Пацаны такие, близнецы. А как вот, я же вроде прокачала... А, ну то, что быстрее. Нужно прокачивать то, что дает больше чаевых и сохраняет их терпение. Так, угу, самый простой заказ. Это еще проще. Мне помощника, конечно. Чтоб развлекал их, у них тогда сердечек больше. Ну что, какие ставки сделаем? Два сердечка. Ой, сердечко, звездочки. Не буду держать. Так, мальчику отдать. И там протру. Делаем комбо. Мальчик, стой, не мигай своими сердечками. О, какое-то новое растение будет. Видите, как много открыли. Даже если я не наберу, все равно уровень не зря прошла. Заново. Вот одна звездочка есть. Но мы уже почти закрыты. Печаль, беда. Детишки, ты кушаете? Давайте быстрее. О! Отлично. Эй, женщина, дайте мне вторую звезду. Я что тут зря, что ли, бегаю? Еее! Ну, это-то пофигу. В общем, видите, набрать три звездочки становится все сложнее. Может быть, я не стану над этим заморачиваться более. Хотя их, наверное, проще набрать, когда ты... вот дошел уже, да, до определенного уровня. Все приколюшки вот эти купил. Тогда у тебя больше чаевых, и они терпеливее. Естественно, ты сможешь набрать уже эти звездочки. Перерыв, не обслуживай никого 30 секунд. Ничего себе. Ну, тем более мы никаких звезд не наберем. Доброе утро, куколка. Я хотела немного поболтать с малышкой. Боюсь, она не очень хорошо себя чувствует. Мне очень жаль, я не буду ее утомлять. Доброе утро, юная леди, у меня есть кое-что для тебя. Папочка нарисовал картинку. Можешь рассказать мне, что на ней? Что, ты не видишь, что это портрет? Ой, прости, куколка, я не вижу. Почему? Расскажу тебе в другой раз. Тут я, мамочка и папочка. Твой папа тебя очень любит, честно говорю. Правда? Не всегда обязательно что-то видеть, чтобы знать, что оно есть. Не унывай, твой папа скоро вернется с цветочком. Так, дополнительные чаевые, Витя. Быстро готовится, быстро готовится. Так, подожди. Что у нас есть? Значит, у нас какие-то грабли появились. Тут чаечек. Цветок другой. Блин, вот это растение меня подбешивает, конечно. Так, и другой букет. Угу. Надо будет смотреть внимательнее. 250. Ну, что не можем купить? Ты, это сколько стоишь? 300. Ну, все. Тебя в следующий раз покупаем. Мы можем выбрать это, но нарядный, симпатичный, терпение увеличат. Нет, мне нужен вот этот. Чтобы он давал мне время собрать заказ. Я могу сразу выполнить это задание, да и все. А потом носиться как угорелая. Я могу, кстати, наделать цветов пока. У меня есть время. А что, сделаю себе запас. Никого я не обслуживаю. Нет, ну какое-то дурацкое задание, никого не обслуживайте. А сколько максимально можно сделать? 5. Давай 6. Все?
Вот так вот. Так, ну что, они меня еще ждут? Вот видите. А мы быстренько все вам сделаем, спокойно. Мышь поймать надо. Я тебя вижу. Так. Потом вот это и вот это сюда. Отпущу мужчину. Все, не нервничай. Так, это злится, тоже ее отпущу. Раз, два, три. Так, да-да-да, я вижу, что вы заказали. Нам столики отпускать надо, конечно, тоже. Так. Сюда. Поехали. Работаем. Женщина злая. Все, сейчас всех будем раскидывать. Больше одной звезды мы не получим, я думаю. Но я не стояла просто так, я занималась полезным делом. Так, у этих убрать. А, надо же их сначала рассчитать. А, у меня уборщик появился, что, серьезно? Ого. Я что-то даже не обратила на него внимания. Ничего себе. Помощник, это здорово. Мне не надо самой бегать. Так. Жду девочку. Угу. Ой, как удобно. Еще развлекателя купим, и все, у нас будет больше сердечек. Ну и надо им, чтобы терпения было больше. Видите, какие они нетерпеливые. Надо им такое делать. Обустраивать тут все. Так, о, какой сложный букет. Три. Тут вот так, так, так и так. Ага, все подряд собрать. Там еще будет какой-то. Еще один. Так, ага. Это убери. Ну давайте. Девочка теряет терпение. Так, и только вот это. Ну это я вижу. Сейчас сделаем комбо. Блин, даже никакие комбо мне не помогают доползти до первого звездочки. Так, убирай. Ага. Так, и чашечка нужна. Оп. Оп. Лопатка. Ну да, выглядит она получше, чем эти грабли. Они растащили все мои цветы. Вот эти зелененькие. У меня больше нету. Ну что? Ага, и букетик. Сейчас сделаем. Блин, ну да, да, на одной звездочке-то доползем. А и фиг с ней. Иди сюда. Дети зачитались. Что вы там такое необычное увидели? Так, а ты подождешь вот эту девочку. Так, ей полный букетик. Ну вот, осилили одну звезду. Нет, что-то очень сложно набрать. Даже если бы я первые 30 секунд обслужила, ну, 2 звезды максимум мы бы набрали. Внимание, объявление. Снакфордский парк будет закрыт для всех посетителей. Горские власти заявили, что уровень воды в реке стал таким низким, что купаться в ней уже невозможно. Жаркая погодка, да? Эй, как насчет пары смешных историй? Это поднимет вам настроение. По дороге сюда я выслушала столько историй этого Марти, что мне хватит до конца жизни. Эмилия, милая. Я бы очень хотела побывать в цветочном магазине Патрика перед отъездом. А что, это отличная идея. Собирайся, Пейдж. О, нет!
автоматическая система полива. Она сломалась. Блин. У нас одни проблемы. Так, не все люди добрые. Блин. Злых два... Ой. Это их что, держать, пока они не разозлятся на кассе? Ха, вот недельный запас свежего ледяного лаймового сока. Эгегей, с вами Марти. После истории с рекой вам стоит найти новое место, где можно расслабиться и остыть. Многие слушатели, наши слушатели, советуют посетить ресторанчик Омели. Там есть бассейн. Спасибо, что привезли письмо от Патрика. Успокойся и не переживай так сильно из-за дочки. Патрик все сделает как надо. Надеюсь, вы правы. Франсуа, река обмелела, парк закрыт, так что у нас будет больше посетителей. Надо добавить больше хлорки в бассейн. Да, конечно. Франсуа, пожалуйста, это важно. Ты ведь не забудешь. Обещаю, Эмили, прямо сейчас этим займусь. Что он? Хлорка, наверное, это она. Ну да, вылей туда апельсиновый сок. Не знал, что хлорка так вкусно пахнет. Вот бестолковый. Так, использовать, конечно. О, нет, еще растение. О-хо-хо. Ну что, будем помогать мне? Давай. Пошли выращивать быстро эти штуки. Сразу побольше себе наделаю. А вот иди-ка, вот я посмотрю на это. Я пока займусь. А, и заодно проверю свою теорию. Будет ли пропадать растение, если его не собрать? Или можно просто как бы это... Не собирать их, вырастить. Так, я вижу, что вы мне машете. Ща, все будет. Как же мне обслужить этих злых-то двоих? Деда довести сейчас до белого коленя. Мышка, 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 стой, 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 стой. Тут такое все яркое, что ее трудно заметить. Очень много предметов. Так, я ее не вижу. Где она пискнула? Блин. А! Слушайте, ну так ее не увидишь. Так, дедуля, придется понервничать, чтобы получить свой заказ. Помоги вот этим. Ага. Такие типа его игнорируем. Он такой, вообще-то я здесь стою. Простите. Такое задание. Сейчас дождусь, когда он психанет, и отдам заказ. Ну что, он вроде злой, недостаточно злой. Так, вот эти еще у нас подошли. Ну, все, засчитался. Еее! Так. Ага, я все собрала, да? Блин, слушайте, вы заколебете. Может, бабушку еще выбесить? Сейчас. Я соберу для нее букетики сразу, чтобы потом быстренько отдать. Иди развлеки детей. Да блин, вот этот лентяй. Ага, чашечку чая, милая, да, пожалуйста. Ждем, когда взбесится бабушка. Ну и задание, конечно, дают. Ой, мне девушку отпустить надо. Бабуля, ну что, как дела? О! О, отлично. Так.
Лопаточка и полный букетос. Сюда еще загляни. Так, две чашки. Сейчас разду. И букетик. А ей-то не отдала. Ага, ну-ка дуй вот сюда. Я вижу, что им надо. Пусть развлекают. О, цветочки. Травяной чай. Он сюда, наверное, встанет. И тут, видите, три места. Угу. Так, на этот столик. Иди работай. Не расслабляйся. Мы тебя купили задорого. Так, сюда. Угу. Ну, смотрите, здесь я смогла набрать с помощниками-то. Да? Две звездочки мы набрали. Задание я выполнила. А, я даже три могла набрать, если б я не выполняла задание. Ох, видите? О, прям вообще. Вот мне тех клиентов и не хватило. Чаевых. Они же злые ушли. Эмили, прости, но мне не получится починить систему полива. Обычно этим занимался Патрик. Я вызову водопроводчика. Хочу купаться, Пейдж. Я говорила тебе, Пейдж, пока нельзя купаться. Тебе... Тем более, твои купальники предназначены только для праздника. Мы не знаем, как эта грязная вода может повлиять на дорогую ткань. Бассейн чистый, Шерон. Я попросила Франсуа добавить дополнительную дозу хлорки. А что ж, посмотрим. Лучше закройтесь на пару дней, пока жара не спадет. Пусть всякий сброд отсиживается дома. Так. 44 уровень. Что у нас там стало доступно? Покопим, да? Мы можем только вот это открыть, а там уже такие дорогие. Давайте покопим чуток. Чуткая. 44 сейчас откроем. Много пространства. Заполняй поднос только двумя товарами. О, они меня сейчас заколебут. Ну ладно, двумя товарами. Пейдж. 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 А что она тут лежит? Мы все скучаем по Патрику. А, она типа уснула тут. Пейдж, тыковка, мама очень волновалась. Папины цветочки умирают. Я знаю, тыковка, это из-за засухи. Помнишь, я говорила? Я не хочу лежать в бассейне. Хочу остаться с папиными цветочками. Я не могу оставить тебя тут на весь день, Пейдж, здесь слишком жарко. Обещаю, мы будем приходить сюда каждый день, хорошо? Так, быстро готовится. Чаечек. А, энергетик сам добавился. Ну и что, нам придется составлять букет из роз. О-о-о, и они все их выращивать надо, короче. Шмар. Так, 250. Мы можем улучшить столик. Да, да. Погнали. А, двумя товарами. Ой, пойдем быстренько это. Пока они не придумали, что заказывать. Какая же это мутата, ей-богу. Так, ты сюда. Я еще выращу. Двумя товарами вроде у меня все получается. А, они три заказали. Мне придется сбегать к ним несколько раз. Ну хорошо, давай вот так, например.
А потом букетик. Блин, как сложная фигня. Так, и что? Мне нужно собрать розочку и приплюснуть вот так. Где ты? Аганка. Где она? Блин, пищала же где-то. В упор ее не вижу. Что ее так сложно стали прятать, или у меня уже глаз замылился? Вот она. Так, это вам, пожалуйста. А вам, мадам. Так, и что мне делать? Подожди. А, вот так вот. Ну-ка, развлеки гостей. Молодец. Молодец. У меня реально уже глаза разбегаются. Очень яркий уровень. Так, ну пока я справляюсь. Два только предмета. Так, это отвлекать. Так, это я знаю, как букеты составляют. Что они мне опять объясняют? Так. Они по 3 стали заказывать, да? Ну вот что, мы им принесем напитки, а потом букетик. Что, норм? По-моему, я неплохо справляюсь. Задание не очень сложное. Ишь, дедуля, куда это ты с такой розочкой-то собрался? Так. Ну, что у нас? Чаевых мало дают, блин. Ща. Так, я... А! Все! Я поняла. Мне придется переигрывать. Ладно, давайте заново. Попробую еще. Хватанула, блин, эту лопатку зря. Ну и что? Как это пропустить? Наконец-то. Так, поехали. Я побежала выращивать. Надо побольше сделать. А розочки, интересно, только по 3? Ну-ка. Можно сделать еще? Можно! Замечательно. Так, им надо 2 розы. Ну что, какие? И букетик такой вот. Так, не дернуться, собрать что-то еще. Не дернуться. Я как бы обычно и не беру другой заказ. Тут что-то рука потянулась. Сразу выполняем несколько действий. Чтобы было. Так, иди убирай. Кактус разблокирован. Чё себе? У нас будет кактус. Кто любит кактусы? Я не люблю кактусы. Они как будто не живые. Они, конечно, зелененькие, все такое, но... Не знаю. Как пластмассовые. Так. Мужчина делает заказ. Хорошо, что цветы не вянут, ничего с ними такого не случается. Потому что это, конечно, напряжно. А, так, тут убрать. Я им сейчас соберу букетик. Чашку чая. Угу. И еще одну сюда. Да когда я же нажала отдай. Да блин! Ты отдай чашку чая, балда! А тут там жих. А тут уже все психуют. Не нажалась почему-то. На него, видимо, нажалась. А он что-то встал. Он там сделал свои фокусы и стоит. Он же должен возвращаться на место. Так, отпущу-ка я тут всех нервных.
А, подойди, пожалуйста, к парочке. Еще одни. Ё-моё. Так. Все. А теперь у тебя есть вот тут работа. Давай, работай. Ну что? Как у нас дела? Плохо дела у нас. Очень медленно. Ну просто капец. Мне даже этот фокусник не особо помогает. Мало чего их дают. Очень мало. Так. И нервничают. Надо купить что-нибудь, чтобы у них терпение оставалось подольше. У тебя же недолго бегала, она уже вся на нервах. А уже бешеная, красная. Такую жору нервничать не рекомендуется. Женщина. Так, давай, у меня тут еще один мужчина. На психе. Так, им надо отдать, да? И к этим вот подойди. Куда ты попёрся? Ладно, толку от тебя никакого. Так. Все, закрываемся. Эх. Ну что там? Мужчина. Решился. Так, еще заказ. Ждем. Эх, даже две звездочки получила. Да нормально. Главное, что задание выполнили. Франсуа, ты же помнишь, что я просила тебя добавить больше хлорки? Да, конечно. Просто, может, мне кажется, но, по-моему, он стал какой-то зеленый. По-моему, он кристально чистый, даже запах прекрасный. Пойдем, до Кавказ, сходим в папин цветочный магазин. Милая, вы обе такие уставшие. Почему бы нам с отцом не избавиться от них? Нет, бабуля. Нет, мам, не надо. Патрик не с нами, но, по крайней мере, с нами его цветы. Пока они совсем не завянут. Ого! Кого-то здорово мучила жажда. Да уж, кто-то просто косипор. Так. Что нам, 45-ю сделать? 3, 4, 5. Нет. Буду пробовать вот эти сделать. Я не знаю, с этими звездами что-то не очень-то хочется мне заморачиваться. Так, фотонька. Что по кристалликам у нас? На 11, ну вот. Давайте тогда пока на этом закончим. Спасибо вам огромное за просмотр. И увидимся в следующий раз. Пока-пока.